Привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами снова Даша и Артур. Привет. Мы продолжаем играть в «Властелин колец». Я Арагорн, и мне норм. А ты кто? Я Сэм, я офиген. Походу, вы сейчас... по сюжету. Вы должны сейчас... А почему ваши монетки? У меня монеток нет никаких. Вейпоинты сзади тебя, посмотрим. Вон. Они и у тебя, у меня. Я скачу. Блин. У меня. Я должна была пойти. В предыдущей серии мы играли за хоббитсов. Мы... А почему мы не дрались с Шеллоп? А я не знаю. Я думал, будет эпичнейший бой. Я тоже думал. А там мы просто... даже по полкам не показали. Да, она за нами погналась. А потом мы побежали. И вот мы здесь. Где? Где мы? Ну, мы где? Где-то около Мордора. А, вот сейчас, наверное, Шеллоп нападет. А, нет, орки. Окс. Это такой. Это пофигу вообще. А, вот тут как сделать, видишь. Капец, она жуткая, даже такая игрушечная. Не, в фильме она была намного страшнее. Я смотрела... У меня есть... Ненавижу пауков. Не странно. Со съемками третьей части, я уже говорила. Пиратки. Вот. Нет. И там показывали... Ой, я тут вообще я возликовала тут, я помню. И этот, рассказывали, как они делали ее. Очень интересно. А мне больше нравится рассказ, как делали Балрога. Его делал наш российский парень в одиночку. Я кто? Это что? Я... Ты орк? Почему ты орк? Хочу! Хочу! Спокойно. Хочу его. Я не знаю, тут какой-то враг, но мне не важно. Тут есть монетки, значит все хорошо. У меня ничего нет. Отлично. Я типичный орк. Ок. Так, давай я рискну и подойду к ней. Вон, нет, вот возьми, да. Господи. А я возьму меч. Это мой меч. Подожди, а почему это твой меч? А, я поняла. Она меня убьет. Помогите. Убивают. Ты должен бросить этот самый. Так оно все уже исчезло. А вон смотри. Вон она появилась. Она как будто роняет их. Давай. Ты это, а я. Да блин, хватает ее. Ты что творишь? Ну ты Шеллоп. Так, я подобрал. На нее иди с этим. Бриться. Давай. Вот, подожди, стой. Стой, отойди, это я должна. Давай. Должна. Жми квадратик. Жму. Смешно, да? Ну, как сискать, вот так вот. Вот так уже не смешно. Беги. Господи, нет, не бей меня. Я орк, я хороший орк. О, смотри, какая мелочь. Это клещи уже. Сердечко. Спайдермен. Ой, новый Спайдермен. Помнишь, какой ужасный фильм? Да. Мы были просто спать. Да? А еще в новом комиксе Спайдермен. Это... как там так сейчас пройдет? Афроамериканец. Да, ну... Ну да. Серьезно? Угу. Так, бросай. Все каноны порушили. Я ничего не имею против афроамериканцев. Подожди, что-то мы делаем не так. Надо ее туда сбить. Нет. Бросай в нее этот самый. Я не могу в меня стрелять. Видишь, я смотрю, что со мной. А еще судья Дредд. Я Дред гей. Да, можешь это сказать? Пожалуйста. Один из самых брутальнейших вообще. Карл Урбан такой со Сталлоне такие посмотрели, как они такие. Щет. Хватит меня бить. Иди бери это. Фиал. Так это фиал. Ну да. Вот я как обычно туплю, я даже не помню, что это фиал. Давай. Иду. Come on. Иду. Get to the spider. Did you like it? Я великий убийца пауков. Я великий пукатор. Так, беги. Так, теперь ее нужно. Ты давай там клеща сейчас опять. О. Дай клеща. Отойди. А как мы ее туда сбили? Ты бросил в нее, да, этот самый? Да. Фиал, бросай. Не, ходи. Смотри, не упала. Вот. Промолчу. Чё ты меня убил, слушай? Вот он, ну, оказался.
Да бери, ну бей. О! Протект ми. Ой, 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 мне нехорошо. Слушай, нет. А ты не можешь бросить вот этот вот фиал вот тут? Ну ладно. Ты чё, ты чё? А чё ты чё? Чё, чё я? Деломай. Товарищи. Да так. Что ж ты? А, меня убили! А чё, мне обязательно кинуть сюда нужно? Отпал! Да, бросай, бросай. Не могу, бросай. Не целиться. Нельзя? Чё ж такое? Ну и ладно. Ну зачем его так ставить? Он дразнит. Давай, давай. Иду, иду. Бой, конечно, дико сложный. На! Ой, что она сделала? Господи! 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 Что она делает? Она меня убьет. Почему я не могу в нее кинуть фиал в этот момент? Я вообще крутая, послушайте. Да. И все это сделал какой-то орк. Нет, это все типа Сэм сделал. Понял? Ну, ладно, а орк такой, на заднем плане. Убежал. Пошла, пошла отсюда. Плохая паучиха. Ее так и не убили. Ну это как-то глупо, типа незаметно. Да ладно, нормально. А как бы они еще сделали? Ну. Вот что, башня. В трусах. У него такие синяки вокруг глаз уже. Блестящая рубашка моя. Майна. Шаград. А, там же кольцо еще. На. А что у Сэма с глазами? Да что у них вообще с глазами? Это синяки вокруг глаз. Они типа уставшие очень. Видишь, вытрусил, видел из этого? Такая, конечно, у него рубашка. I'm Frodo. Чё тут? Frodo. Сейчас мы всё поломаем сначала, а потом пойдём. Блин, ну это круто. Вот это я сейчас сделаю. Вот это. А? Что с ним? Зачем? Сейчас мы возьмем вот это и туда бросим за тем, чтобы... Хорошее объяснение. Вот за тем, чтобы убить орка, точно. Вам нам так мешает вообще просто? Убей его. Ой, что я сделала? Какая жестокая игра. Ваша Мазал Тов, они сказали, ты слышишь? Мазал Тов. Да. Сохранить. Что ты натворил? Что ты наделал? Ну. Ты видишь? Вот то. Шерева, шерева. А, это шерева, мы не можем, шерева. Потому что это может Гимли вот тут сломать, наверное. И туда. А меня! Песня! Блин, почему кулаками могу убивать орков, у которых тесаки? Я нормально вообще, нет? Вот. Ой! Смотри! Да я вижу. Убила. Вон там нужно шестерню. Ну, я же ломаю все, чтобы найти ее. Она где-то здесь. Ну да, а, она где-то нашел? Здесь. Нет, не нашел ты что. Блин, а что я дурь. Дурь я мать, во. Не. Я туда, мне норм. А ты где? Ой, смотри. Не. За шир, за хабитон. Я вон, буду этой сковородкой. Ой, смотри, там внизу. Они же с собой держатся. Да. Ну, мы не будем мешать. А, вот это может делать только, получается, Леголас. Ясно. Ясно, понятно. Мы будем мешать. БДБ Хобитом. На, на.
Где моя сковородка? Я только что выбрала сковородку. На! О, это как-то видео. Вчера видео увидели на просторах Ютуба. Там негр рекламирует пиццу. Такой обаятельный. Да, да, помнишь, да, 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 тогда? Угу. Тогда, пицца. Пицца. Не, пицца. I want a pizza. Пицца. Такой лысенький, такой тощий, такой прикольный. Я сегодня выложу себе на стенку, потом найдете. Это получается 31 числа запись. Ищите. Ой, это like просто... Pizza. И в конце, помнишь, такой, могу. Пицца! Да, такой. Типа на бис. Вот это вот что такое? Ладно, ты не ломай. Все, пошли, пошли. Что ты идешь шагом? Я пафос. Окей. Это нормально. А у меня откуда меч появился? Это каждый день такое происходит у нас. А тебе сковорода. О, смотри, там что происходит. Так, они что, сейчас в одиночку весь этот, что ли, вынесут? Гарнизон? Это, по-моему, это не Уортхэмп? Что это? Что это? Похоже на Уортхэмп. Я уже не помню название точно. Хотя когда-то нам я нужно убить... была задротом. Нужно убить четверых орков, и потом, видишь, вон там вот идет наверху слева два шлема. Мы будем в них ходить. Я их узнал. Ты что ж ты меня бьешь? Я вообще никого не бил. Это ты меня сковородой по голове только что огрела. Это непонятно что. Ты узнаешь ее из тысячи. Я не умею петь. Да, голос у тебя ужасный. Как наждачной бумагой по стеклу. Вот как ты? Как? Как ты? Я пошутил, конечно. 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 Камень. Я вижу камень, который надо бросить. Надо бросить. А, его надо куда-то далеко бросить, поэтому я не буду... А, вот сюда надо бросить. Да, вот сюда надо бросить, и на него выльются токсичные отходы. Очень добрая игра. И он станет Джокером! Нет, он пошел мыться. Окей. Ну, окей, да. Он еще поет в душе, он поет в душе. Чирики моя. Можно? Как мне его? Господи, не хочу его побить. У меня есть броня, тельняшка. Ты слышишь? Орк поет в душе. Ну ладно, мы его трогать не будем. Может быть, надо опять сделать с камерой вот тут чудесную вещь, нет? Ну ладно. Это нормально вроде пока. Так. Нам просто вместе не держится. На, на. Ну, походу, с дикого перепоя какой-то ходил тут. Кто-кто-кто? Ну, орка. Я не знаю, из-за того, как... Так, мы идем не по сюжету, мы начинаем отвлекаться. Хотя нет, мы ломаем, потому что может быть что-то пригодится. Потому что мы можем. Так, это... Подожди, а что, мы одного убили кого-то уже? Нет, мы никого не убили. Нет. Мы взяли просто с брони девчик. Я думала, это шлем надо снять. Нам нужно найти мод. Да, нам нужно найти два шлема и два нагрудника панциря. Что он орёт там, а? Не знаю, на истеричке. Ох, жечь. Жечь я умею. Сейчас я зажгу. Давай, это место. Синяя, жги. Беги! О май гад, что я наделала. Нужно замаскироваться, чтобы пройти через эти ворота. Да мы как-то так... А, подожди, подойди к тому. Подойди к тому, подойди, подойди. Нажми кружочек на время. Раз, два, три, нажимай. Привет. Нет, вы не похожи на орков. А, типа мы не прошли фейс-контроль? Понятно, ясно. Отстаньте от меня, бешеный, у меня справка есть. Так, мы что-то тут сделали. Потом я полезу сюда. Даша, как обычно, проходит игру, я дурюмаюсь. Ух ты. Ух ты, что я сделала? И теперь я что-то построю, подожди. Я построю. Я построю. Блин! Вот видишь, я полезен, только я. Окей. Так, ага. Прокати меня, прокати. Вот, ты крутой. Ну да. Блин, я упал. А может так и надо? Так, и ты что тут делаешь? И что я тут делаю? Штаны превращаются.
превращается в руки. Подожди, 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 я поняла. Может, ее двигать можно? Да, наверное, можно. Нет, нельзя. Нить. Попробуй прыжок нажми еще в этот момент. Вот это для меня, потому что... А, понятно, блин, я опять бесполезен. Вот Сэм тут вот заметил, вот на протяжении всей игры да. Самый лучший полезный персонаж. Он да, все умеет. Поэтому я им играю. Угу. Так. А так? Или что он сказал? А так, сказал. Или просто... Типа я не пройду, что ли? You shall not pass. Ух ты, сволочь! А ну иди сюда, Буди, поговорим. Иди сюда. Отдай мои монетки. Скотина, блин. Ну, меня кидают всякие гадости. Ну, ладно, я не буду за него докапываться. Я буду умнее. Так, а мне что это делать-то? Что? Паук сплел паутину. Ну да, капитан, как обычно. Ух ты! Мы опять что-то пропустили. Ну ладно. Чего мы пропустили? Подожди, что-то. Я вижу топор. Короче, я пошел на глобальную зачистку. Вот, правильно все. Ну, конечно, да. Теперь у меня есть шлем. Спасибо. Почему я одеваю только тебя? Нет, это шлем это... А, это тебя мы одеваем сейчас? А меня? Ну, вообще-то ты можешь его сама взять, но кто ж тебе даст? Строй! Строй и иди сюда. I'm coming. Ты должен пройти. Сейчас, там, только мимо, соберу монетки. Мимо того, который не хочет пускать меня. Иди, ладно. Кстати говоря. Уважаемый. Я тут, кстати, пропустила кое-что. Откройте, пожалуйста. Он не пускает. Чего? Тогда что надо сделать? Так, ладно, чего сейчас я вообще? Пойду, сейчас я разберусь. Сейчас, сейчас всем придет, все разрулит. Это звучит опасно. Сейчас стоп, пойду стоп, и разберусь. Стоп, 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 что это было? Нет, ничего, казалось. Я как обычно... Куда ты пошел? Иди сюда. Пошли вдвоем попробуем. Надо что-то подумать. Слышишь, мужик, ты что-то вообще попутал. Не попутал. Слышь, ты чем попутал-то? Мяу, уходи. О, что? Да. Что это? О, мы тут что-то пропустили с тобой. Хорошо. Так, это надо сделать. Что вот так. Что-то построить или просто подвигать ее? Ну ты пока двигай. О, рук. Ее нельзя подвинуть, потому что там разрушенная подожди. Дорожка. Че не могу? Ломай. Блин, Даша, давай. Да подожди, ты видишь. Давай подумай за нас двоих. Сейчас. А че я не могу сломать? Наверное, могу только я. Да нет. Я уже такого дно мало. Странно. Это там все моется. Так, ну полпути сделано. Ну знаешь почему? Мы просто ломимся вечно, как, я не знаю, ошпаренные. Мы не думаем, да? Да. Мы же торопимся, потому что люди говорят, что мы тупые. Люди так никогда не говорили. Ой, я люди нас умоляю. Любят. Да? Да? Любят? Любят. Вот еще одна. Выброси. Вот! А почему та не бьется? Паутинка. Возможно, потому что. Так я хочу все паутинки собрать, кстати. Поэтому я буду. Чуть-чуть. Пройду мимо сюжета. Возможно, ты сможешь что-то сделать вот с этим колодцем. Ничего я не могу делать с этим колодцем, я уже пробовал. У меня ничего для этого нет. У меня есть веревка, лопата, сковородка. Короче, полный набор, которого нет у тебя. Да. Зато у меня есть броня, а у тебя ее нет. Ладно, короче, пойдем тогда тут искать. Так, подойди ты попробуй туда, один. Проходи. А второго, говорит, нет. Теперь он же... блин, я еле отлип. Я не могу получаться без тебя никак. Фу, так. Итак, внимание, тупка номер два началась. Да нормальная тупка. Подожди, 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 что это такое? А. Да это обычный ничего. Этот. Может, тут что-то, блин, найдем, что-нибудь. Ну, карта,
плохо, походу, камера 30. Че, камера себя плохо ведет опять? Зачем ты туда идешь, если для меня, там не для тебя сделаем? Ну, я исследую. Вот смотри, вот тут вот, вот какая-то непонятная штука. Где? Она явно выделяется из общего ряда. Видишь, что это башня? Угу. Возможно. И... что с ней делать надо? Возможно, ты как-нибудь веревкой сможешь там что-нибудь... Опять намутить. Я! Ну, я-то бесполезен. Ой, ну ладно, сейчас попробую, подожди. А вон там что такое? Я не думаю, что... Я смогу что-то сделать. А ты попробуй. Видишь, я съезжаю. Мне не получается. Хватит меня бить. А, это ты там? Так, ладно, короче, я пойду еще раз. Попробую. Подумаю там. Вдали от тебя. О! Чё? О, еще один ящик нашла просто и все. Нет, это не ящик. Фу, так. Почему он закрывает мне это? У меня же все на... Может из-за того, что у меня меч? Может быть меч. Попробуй спрятать меч. А как его спрятать-то? Ты... Во, смотри. Капец! Какого? То есть он не заподозрил ничего, когда увидел ящик с ногами. А как я туда пройду? Тут ты нужна. У тебя тоже, по-моему, такой плащ есть. Нет у меня такого, нет у меня плаща. Блин. Ну, сейчас будем искать спуск на тебя. Вот, допустим, тут что такое. Я падать не хочу, уж больно. Так, ну ладно, сюда поднимусь тогда. Здесь у нас свидание. Я подобрал какую-то штуку. Камень. Камень, камень, да? Ты камень нашел? Да. Да. Попробуем, у нас камень надо бросить. Собирай. Собирай все, что видишь. О. Молоток. Давай. Каменный молот. Давай. Не, скотина, получай. Видишь, какой я умный. О, тут ты на что-то сгодился. Нормально. Возьмем шлем. Как ты водил? Кружок еще раз. Окей, тебе идет. Чик-чирик. Сюда нужно. Подожди, где-то там у нас еще же была одна такая плита, которую можно было ударить. Да, было там внизу. О, очевидно, что внизу. Не. Шо, ты начал шокать, как я. Кошмар. Да не хочет, смотри. Хочет, хочет. Да ему пофигу. Я что-то спалила. Ой. Как обычно. Ой. Я что-то поломал. Там, кстати, я вниз опустила цепь. Кажется, на кухне что-то горит. А! Ой. Блин, я упала. Давай, ладно, сталкивайся. Да, нормально. Я тут упала. А, я. А вот. Молот, конечно, просто какой-то бешеный такой демон соус прям. Там еще не забудь монетки собрать. Вот, молодец. Эй. Камера, впереди в себя. Вот эта штука, она для меня или для тебя? Это, ломай. А, сейчас точно. Вылезет паук. Вот. Ну только это почему-то не ломается. Я не понимаю, почему. Что такое? Может... Не знаю, там. А софтом? Я смогу потом запрыгнуть сюда? Вон там какая-то ручка есть вроде? Нет, ты не... А, есть тут. Встань туда. Встань. Что ж ты? Не уезжай. Давай. Во, прикольно. Молодец. Подожди. Все? Встал? Ну, как тебе сказать? Хорошо. Отлично. Мы отличная команда. Мускулы или мозг. А что такое? Это тебе. Броня. Я иду. Хотя, я возьму себе. Ты что сделал?
Ладно, давай. Дай мне ее. Смотри, какой у меня молот. Стой, стой, не подходи. Что это? Да это подъем туда наверх обратно. А, ну ладно. Фу, так. Ой, водички попью. Как мы вообще вышли в поля? Так, и мы... Сейчас будем, получается, очень долго сейчас играть ждать. За Арагорна. Да, сейчас будем ждать, пока Саурон отведет свой взгляд. Мне. Да. Спонсор нашего сегодняшнего выпуска – Фанта Виноградная. Нет, не виноградная. Фанта. Он не виноградная, со вкусом винограда. Да, виноград, точно, виноград. Ой. Так, а, это был Кейтон Гол, да. Добрались, мистер Фродо, вы заслужили приз. Ну, как-то эдак. Ну, неплохо. До лимона доберем, нет? Нет. Нет. Это все лишь твоя вина. Эй. Ну ладно. Мифрильный ледяной лук. Ну, было прикольно. Ну что, давайте на этом завершим. Угу. В следующей серии будем, чувствую, играть за Арагорна. И будем там с Минастиритом. Я думаю, интересные события. Ой, там же самая эпичная битва была. А, подожди, за Арагорна же там еще он каким-то к нежити ходил. К призракам, да? Да, короче, будет круто. Так что, увидимся в следующей серии. С вами были Даша и Артур. Пока. Всего хорошего. Пока-пока-пока.